Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Nokia 8.3 5G заблокировать номер. Открываем наш телефон в первую очередь. Первый способ на данную операцию — это добавляем номер, который вы хотите заблокировать в контакты, затем выбираем его и нажимаем здесь «Заблокировать номера». И второй способ — это непосредственно из списка контактов или из любой другой вкладки в телефоне. Переходим в «Настройки», затем «Заблокированные номера» и нажимаем «Добавить номер». Вписываем здесь номер телефона, который вам докучает, и нажимаем «Заблокировать». И больше данный номер к вам не дозвонится. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!